Приветствую вас на своем канале, меня зовут Елена. Сегодня хочу рассказать о своем маленьком проекте, который, в принципе, можно приурочить к совместному проекту «Зимнее настроение». Это вот я буду вышивать вот такую вот кошечку, замечательную новогоднюю. Спасибо, мне прислала схемку девочка и вышивала ее. Я вот не помню ник, ну, где мы в уголочке, я напишу, оставлю ссылочку на ее видео, где она тоже вышивает эту кошечку. Эту кошечку я буду вышивать в подарок для одной замечательной девушки, с которой мы подружились благодаря Ютубу. Это для Светочки Косолаповой. Дело в том, что она очень любит черных кошек. И когда я увидела вот эту черную кошку, я так подумала, что для нее будет идеальный подарок. Тем более я как раз-таки собирала ей посылочку. И вот решила вышить ей вот такую кошечку к Новому году, потому что посылка, в принципе, будет праздничная, новогодняя. Если я найду цветную картинку, я оставлю цветную, если нет, то вот что есть. Итак, в этом видео вы увидите начало проекта и завершение. Ну, как бы вышивальный марафон по этому проекту. Проект такой небольшой. Здесь 80 на 90 крестиков. Вот такая замечательная кошечка. Все-таки я считаю, что это не кот, а кошечка, потому что я дарю ее девочке, Светочке. И такая вот она модная, гламурная. И чтобы она была совсем гламурная, я добавляю блестящие ниточки. Значит, ниточки будут использоваться, вот вы видите, черные, красные, белые ниточки DMC и Madeira Metallic. Так, и Madeira Metallic вот я буду добавлять в красный цвет вот такую красную ниточку блестящую, и в белый цвет буду добавлять вот такую вот золотистую ниточку. И думаю, что будет, в принципе, достаточно новогодний. Канву натянула на такие металлические пяльцы. Прекрасно эти пяльцы держат канву. Канва будет у меня 14 аккаунта. Из моих запасов вот отрезала кусочек белой канвы. Если у меня молочной, кремовой, ну что-то, мне кажется, на белой канве эта кошечка будет смотреться гораздо лучше. Ну, белая у меня была только 14 и только такая, даже не знаю, кто производитель этой канвы, дырочки какие-то большие, как бы не канва гамма все-таки была, я так думаю. Вот, ну, так как проект маленький, я думаю, что не буду я его верлаживать края, вышью быстро и не успеет он затрепаться. Итак, до встречи, не прощаюсь с вами, покажу мои дальнейшие результаты. Проект, это новогодняя черная кошка. Как я вам рассказывала, добавила я блестящие ниточки от Madeira, вот сюда красненькую, сюда золотую. Что в итоге могу сказать, что вот где золотую, конечно, вышивалось более-менее легче, потому что я брала одну белую, одну золотую ниточку и вышивалась как-то нормально. Хотя ниточки эти Madeira очень капризные, я вышивала и металликом, и креником пробовала, вышивала в наборе было у меня, но вот с этими не сравнить. Очень ниточки путаются, такие тоненькие, осторожно с ними надо как-то обращаться, они, кроме этого, ниточка тянется, сложно вышивалась, конечно же, долго я игралась, но вот это белое еще золотым более-менее получилось, но красное, когда я начала красное вышивать, одну ниточку красного, одну ниточку красного, красной блестящей ниточки, то очень много видны были прорехи, как-то некрасиво. И тогда пришлось мне брать две ниточки мулине хлопкового и две ниточки блестящих. И очень трудно красное шло. Если вот здесь более-менее обратка нормальная везде, то когда красное, и узелки образовались, и путалось, и так далее. Но я что смотрю, что практически не видно, как блестит. Вот так, если я буду делать, положила сверху на станочек, да, видно переливы, конечно, получилось красиво, блестит, какая-то изюминка добавилась этому проекту благодаря вот этому металлику, даже не металлика, наверное, а вот какие-то голографические эти ниточки, так они называются, ну, очень интересно, конечно, они переливаются, ну, на камере смотрю, видно, но все равно
конечно же, в жизни выглядят гораздо красивее. Теперь мне осталось вышить еще вот здесь вот надпись. Думаю, что вышить. И все, буду стирать и оформлять работу. Решила оформлять без стекла, потому что работу я буду отправлять в подарок, в посылочке. Она поедет в Россию к Светочке, Светулечка. Уже, наверное, получила, потому что это видео я буду показывать вам после того, как Светик уже получит эту кошечку. И вот я думаю, что же написать. Там схемки что-то идет на английском, сыновья мне переводили, мне что-то не очень понравилось. И я думаю, что же здесь написать. Вышила вот здесь одиночные крестики тоже, так как шло по схеме. И, как сказала, надпись и будет готова. Оставайтесь со мной, я покажу вам все-таки, что же я вышила и как будет в итоге выглядеть. И вот, наконец-то, я вышила вот эту фразу, слоган. Очень долго я искала, что же здесь написать. Как-то не очень-то хотелось элементарно писать «С Новым годом», что-то хотелось оригинальничать. И я нашла вот такую фразу, латинскую, в переводе означает «все будет хорошо». Я считаю, что это очень хороший слоган. Долго я, как сказала, искала, и мне очень нравится. Я думаю, Светочка нашла. Не знаю, если она перевела, нашла. Это здорово, если нет, конечно, я ей напишу и расскажу, что означает эта фраза. Вот. Ну, теперь побежала стирать, отглаживать и в багетку. Такое получилось оформление. Сдавала я в багетную мастерскую эту работу. И таким образом мою кошечку оформили. Надпись на латыни означает «пусть все будет хорошо». Именно ее я выбрала. Мне, в принципе, нравится, как получилось. Единственное, что они сделали слишком, я считаю, большую работу. Вот здесь вот они много свободного места оставили. Планировала все-таки, что где-то вот так вот будет работа, поменьше. И в посылке мне ее отправлять, коробка, теперь надо какую-то большую коробку искать. Как-то вот здесь только свободного места они оставили. Такая достаточно большая картина получилась. Посмотрите, вот даже по ладошке, да, то есть это, ну, большая получилась картина. Так я сразу искала, что была красная рамочка с черным, ничего такого не нашла. Черные рамки у нас либо слишком громоздкие, либо вот какие-то такие простые. И вот у меня такая достаточно строгая получилась черная рамочка. Оформила я без стекла, потому что я работу буду попозже отправлять в Россию. Это моя первая работа, которую я буду дарить. Ни разу никому я не вышивала на подарок. Первый раз я вышиваю. Но я знаю, что человек тоже вышивает, он оценит, ему будет приятно. Поэтому с удовольствием я для Светочки эту работу вышила. Таким образом, задняя часть оформлена. Здесь вот вешать, когда у нас почему-то не делают на шнурочек наших багетных мастерских, а таким образом делают. Так сделали, в принципе, аккуратно, очень здорово получилось. Паспорту красное. Хотела немножко такое более темное паспорту найти, чтобы, ну, вот под цвет кошечки, кофточки подходил. Но не было. И ближе еще раз покажу работу, посмотрите. Переливается это вот ниточки голографические от Мадеры. Ну, очень капризные нитки, я уже говорила, конечно же. И очень рада, что вот здесь вот французские узелки на надписи, они распустились. Я ребятам говорила, вы сильно не тяните, аккуратненько сделайте. И вот, в общем-то, они сохранились. Такая кошечка поедет в Россию к Светочке в качестве одного из новогодних подарков. Я думаю, что ей все-таки понравится, и на Новый год она будет... И на Новый год она будет радовать Светочку и будет вспоминать меня, Елену из Казахстана. А вам всем всего доброго, спасибо за внимание, массу вам положительных эмоций. Пока-пока!